Роспотребнадзор запретил купаться на дагестанских пляжах. Ограничения вводятся с 10 июня. Причиной этого является превышение уровня бактериального загрязнения морской воды. Опасность представляют холероподобные вибрионы, которые ежегодно выделяются морской водой в черте Махачкалы. Купание в такой воде может привести к вспышке кишечных инфекционных заболеваний. Основная причина загрязнения морской воды – непрекращающийся сброс канализационных стоков в Каспийское море. Надзорный орган сообщает, что главы администрации городов и районов не организовали лабораторный контроль качества морской воды. Также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии ее санитарным нормам.